Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лев Попов, и моя цель – распространять поэзию. На моем канале я каждый четверг выпускаю новый ролик. Если вы, как и я, любители литературы и поэзии, прошу вас ставить лайк и подписаться, чтобы никогда не потерять нового контента. Сегодня я выбрал для вас знаменитое стихотворение Владимира Маяковского. Послушайте. Желаю вам всем хорошего просмотра. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужины? И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Благодарю вас всех за просмотр. Надеюсь, что это прочтение вам понравилось. В данном случае прошу вас еще раз оставить лайк или комментарий с вашими впечатлениями. Напишите мне, пожалуйста, какое стихотворение вам понравилось бы услышать в следующих роликах. Как всегда, увидимся в следующий четверг с новой поэзией на итальянском языке или через 2 недели с новой поэзией на русском языке. Arrivederci!